приятного времяпрепровождения. С вами Козел Альпийский. И в сегодняшнем ролике наконец-то мы с вами поработаем с силиконом по-настоящему, а именно заформуем ноги космодесантника. И поехали. Выдавливаем из силикона, из тубы силикон. Да, тут я, конечно, маловато выдавил. Сейчас побольше выдавлю. Пользуюсь я вот такой вот кисточкой. Засовываю я ее вот сюда в отверстие, давлю. И силикон вылазит. Силиконовыми пистолетами я не пользуюсь для силикона. Вот силикон выдавился. Зачерпываю его ножками, как щеткой зубную пасту. Все же зубы чистят, да? Два раза в день, я знаю. Меня смотрят приличные люди. Не варвары. Не мистер Шакал какой-нибудь, который никогда зубы не чистил. Потом смачиваем руки в мыльной воде, чтобы силикон не пристал. И движениями такими, которыми обычно наносят, не знаю, тесто на фарш. Или вот если вы лепите. А многие, кто занимаются солдатиками, пробуют лепить из гринстафа, например, или еще из чего-то. Такими движениями формуем, создаем такую оболочку, такую, знаете, как тутовый шелкопряд создает эту свою выползень свой. Постоянно смачиваем пальцы. Я не ставлю в кадр блюдце с водой, потому что я его пролью, это уже были прецеденты. Убираться потом очень долго и мокро все это, поэтому оно у меня стоит в тисках зажатое. А эта конструкция никак в кадр не влезет. Ну вот имейте в виду, что очень я неаккуратный. Собственно, все. Заформовали мы ноги Space Marine, в данном случае ноги барсука. Ну, какие были, такие заформовали. Далее вот эту часть смачиваем водой. И вот так вот устанавливаем. Ну, вот я устанавливаю себе, например, на коврик, чтобы она не пристала. Видите, вот она. Оп, оп, не пристает. Устанавливаем ее. Вот так. И ждем, когда она засохнет. Лучше выждать 2 полных дня. Высохнет примерно она за сутки. Еще сутки силикон набирает крепость. Да, но если прям не в моготу, то можно выждать сутки и посмотреть. О том, как разрезать формы, видео у меня есть. А на этом все. С вами был Козел Альпийский. До новых встреч. Всем пока.